Всем привет! Меня зовут Твердохлебов Александр, я эксперт по технике компании ЛБР. Сегодня мы находимся на выставочной площадке Воронежского регионального филиала и проведем для вас краткий обзор тракторного фронтального погрузчика Алтын модель 1600 завода Алзам. На погрузчике установлена еврорамка для быстрой смены рабочих органов. Также в стандартной комплектации имеется вывод гидравлики для активных рабочих органов. Несомненным плюсом данного погрузчика является угол выворота ковша в 110 градусов. Оператору не надо будет тратить время на стряхивание, например, влажного зерна из ковша при выгрузке. Грузоподъемность данного погрузчика позволяет работать на погрузке зерна с ковшами до 1,2 куба, на подгрузке подсолнечника с ковшами до 1,5 кубов. Серийно он также оснащен указателем выворота ковша. Рама выполнена из стали марки 09 ГДВС толщиной 8 мм. Рама, как можете видеть, сварена внахлёст, что добавляет и жесткости, и долговечности конструкции. Гарантия на раму 2 года. Все трущиеся элементы имеют пресс-масленки для смазывания. Универсальная еврорамка позволяет данному погрузчику быть незаменимым в любом хозяйстве. Он может работать на погрузке зерна с ковшами до 1,5 кубов, на погрузке грунта, щебня с ковшами, зубьями, на общестроительных работах с палетными вилами, при очистке снега с отвалами коммунальными. Также для животноводческих хозяйств он может работать на погрузке сена, соломы с активными рабочими органами, то есть вилы с захватом, либо вилы для рулонов. Качественная предварительная дробеструйная подготовка изделия перед окрашиванием с применением атмосферных лакокрасочных покрытий, а также двухслойной полимерной окраски обеспечивают длительный срок службы изделия от коррозии. Высокое качество сварных швов обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Несомненным преимуществом данной модели погрузчика является наличие джойстика с плавающим положением. Если у вас остались вопросы о данном погрузчике, пишите в комментариях, с удовольствием на них ответим. Также не забывайте ставить колокольчик, подписываться на наш канал, чтобы первыми получать уведомления о новых роликах. На этом у меня все. До новых встреч!